Куда пойдем? Ты к Деду Морозу хочешь пойти? Или вот так пойдем? Нет, пойдем покажем. Вот так. Вот так. Ну ладно, пошли. Разменять хотел? Да, не знаю. Что-то иконки показалось.
Да. Может, уже домой пойдем? Нет. Нет, нет. А вот здесь какое-то кафе на крыше. За стеклом. На телефоне не получишь, я тебе сказала. Ты слушаешься нас. Так, у нас я отлично. Алексей, руку. Его что-то оставляют за собой, какую-то картинку. Не можешь в ту сторону прогуляться там? В кафе? Пойдем попробуем в кафе на крышу зайти. Может, там покушаем? Ну, конечно. Там покушаем? Ну, конечно. Твоя любимая картошка фри там должна быть. Напротив нас находится музей, а здесь летом поющие фонтаны. Попали мы в кафе на крыше. Такой вид замечательный здесь. Какие здесь места под куполами, где можно посидеть и погреться, кушать чего-нибудь.
Попали мы в кафе на крыше. Такой вид замечательный здесь. Такие здесь места под куполами. И можно посидеть, погреться. Кушать чего-нибудь. Даже есть диванчики обогревать. Очень замечательно и уютно. Даже когда идет снег. Классно, да? Да здесь диван наоборот. Диван. Вообще круто. Здесь диван. Здесь один диван. Здесь диван. Два дивана с подушечками. Да? Молодец.